Не слышно? Плохо слышно. Сейчас все окей? Все, все поняла. У меня просто мои динамики закрывались. Ну да ладно, я хочу просто вас сейчас прикрепить. Блин, одной рукой не получается, потому что очень вот так. Все, слышно хорошо, да? Отлично. Сегодня у меня оборвался телефон в директ по поводу земель, ребята, девочки. Это никакой не обман, ничего. Просто если кто-то понимает, как делается, когда переоформляются документы с паёв на другой статус земли, и когда выкупаются по кадастру эти такие поля, и переоформляется, то понимают, как на это можно заработать. Кто знает, тот знает. Если кто-то не знает, вы можете мне написать директ, прислать свой номер телефона с пометочкой «Интересная земля», номер телефона, имя. Я вам пришлю всю информацию, чтобы не повторяться постоянно. Так, гости уехали, Юлечка и Игорёша уехал, но к нам кто приехал? Настюша. Вот, мы приехали, сделали шикарный ужин. Я приготовила шубу, салат из яблока и говядины очень вкусный. Мы покушали и немножко, конечно, меня рубануло. Я очень устала сегодня. Я не перекрасилась, у меня потихонечку смывается розовый цвет. Видите, потихоньку. Я, конечно, стараюсь его смывать, но он очень сложно смывается. Но мне, кстати, так нравится, нежненький такой. Очень сложно, но я вам скажу потом, как его смыть. Есть свои лайфхаки. Настя лежит вон у меня, играет в какую-то игрушку. Новый год отметили замечательно. Я, смотрите, то, что пишут в интернете, я вообще не понимаю, зачем. Я не такая уж телезвезда, чтобы меня там обсуждать. Ну, интересно людям. Что-то надо же писать, наверное. Я хочу вам сказать, вообще, на самом деле, на этот Новый год приехал весь Дом-2. Весь. И некоторые ребята приехали впервые в Сочи, конечно, все в восторге. Конечно, здесь место вообще кайфовое и для отдыха. Но я считаю, что в Сочи надо не отдыхать ездить, а здесь надо жить. Отдыхать надо ездить в большие города, да, смотреть достопримечательности. За границу надо ездить отдыхать, а в Сочи надо жить. Ксюша, так, с Майей, Лёшей и Ромкой, Маринкой виделись? Нет, мы не виделись, но, возможно, увидимся. По-моему, Саша списывался с ребятами, вот. Я не списывалась, потому что все было растворено в Юлечке, мне так хотелось ее окутать теплом. Вот, потому что она немножко в разорванном состоянии ко мне приехала. Ну, ничего, подлатали немножко. Настя, Сашина дочь, старшая. Так. С Настиной мамой мы общаемся. Нет, мы никогда с ней не общались. Так, мне что танцует. Никогда мы с ней не общались. Но исключительно только если нужно было бы по ребенку. Ну, у Насти мама нормальный человек. В принципе, если когда-то жизнь так сложится, что нам придется общаться, она хорошая девушка. Цвет волос отличный, спасибо. Видите, вот он смывается очень круто. Оттенок золотой и розовый, вообще очень, очень красиво. Так. Дочь Саши, Настя, да. Настя, дочь Саши, да. Смотрите, да, то, что Дом-2 закрылся на какой-то период, вы можете следить за всеми в соцсетях. Мне даже кажется, наверное, вам будет интереснее, потому что это настоящая жизнь. Нет, как сказать, нет вот этих специальных лобных и так далее. Вы просто видите, как ребята живут, возможно, даже кто-то сблизится за периметром, кто-то разойдется вообще навсегда, да, потому что бывает такое, что проект сближает людей, потому что ты находишься на одной территории и, ну, как-то привязываешься к человеку.
Настюша прилетела на каникулы. Не знаю, как надоест, так надоест. Катя, я не знаю, где. Я не коренная жительница, я год назад переехала из Москвы. Я жила в Москве всю осознанную жизнь, то есть 17 лет. А до 17 лет я жила в Украине. Нет, у меня свое жилье. Вот. Следите за мной, если вам интересно что-то. Я такой человек, я нахожу дефициты, нахожу, как можно заработать в городе. Ну, это я раньше делала в Москве, сейчас я делаю это в городе Сочи. Поэтому вы можете обратиться ко мне за консультацией. Конечно, это не так, чтобы я должна вам все выложить, просто так тратить свое время на людей, которым просто интересно. Это тоже не буду делать, поверьте, вас очень много. И я дорожу своим временем. То есть люди, которые уже понимают, что им нужно в жизни, обращаются, говорят, у меня такая сумма, что мне лучше сделать, да? Вот, я помогаю. Саратов, здравствуйте. Фьюжи 10-го, прилетаем в Сочи парк с сыном, 3 годика. Подскажи, какая одежда на ребенка нужна? Спасибо. А, по-моему, начинаются дожди. На следующей неделе, по-моему, начинаются дожди. И, ну, это зима у нас, как бы. Ну, не холодно. Конечно, пуховичок небольшой, свитерочек. Но вот сейчас мы днем выходим в футболках, а к вечеру нужно надеть худи. Поэтому вы вылетать будете, если из Москвы. Ну, в любом случае, откуда бы вы ни вылетали, вы вылетаете в теплом. Ну, возьмите что-нибудь переодеваться такое, чтобы легенькое было. Жила в Ростове-на-Дону, переехала в Питер. Теперь хочу переехать в Сочи. А муж не очень хочет. Все в ваших руках. Девушки, я хочу напомнить о том, что мы шея, а мужчина голова. И как вы преподнесете свое желание своему любимому человеку, это тоже зависит от вас. Если вы будете требовать топотить ногами, то, конечно, не всегда получится. А если вы будете рассказывать о своей заветной мечте и аккуратно подведете его к этому, то он захочет. Мудрости, мудрости нужно. Читайте мудрые, умные книжки, девчонки. Ксюш, покажи фото тоника, которым волосы покрасили. А у меня был один тюбик, и я его весь использовала и выбросила. Ну, он где-то 1000 рублей стоит. Лореалевский, по-моему, я покупала. Они есть персиковый, цвет розовый и фиолетовый, по-моему. Конечно, если я соглашусь еще себя перекрасить, например, в персиковый цвет, вот, я вам покажу. Сколько лет его дочери? Настя, сколько тебе лет? 14. 15 еще нет. И почему ты думала, что уже 15? 15 будет в этом году только. Но она взрослая уже девушка. Расскажите, как красились. Волосы вы имеете в виду? Просто помыла голову, нанесла, ну, выкрутила хорошо волосы, нанесла, можно кисточкой, но я взяла в перчатках, обязательно в перчатках, потому что руки малиновые становятся. И просто вот так вот нанесла, все это перемешала, сделала пучочек, походила. Я даже полчаса не проходила, как я стала такая малиновая. Но я, конечно, испугалась, и на следующий день сразу помыла голову. Так бы я, конечно, очень долго его уводила. Так, Настя 14, да. Наконец Бог сжалился над Сашей и послал вас. Ну, я не знаю, это, наверное, обидно. Ты умница, искренне. Спасибо большое. Что за тоник на волосах? Девочки, это не тоник, это бальзам, который прямой пигмент. Прямой пигмент. Вбейте в интернете, посмотрите. Бальзам, прямой пигмент, Лореаль. И посмотрите, ну такой, по-моему, беленький внизу, там как раз прозрачно видно, каким цветом. Так, с какого города? С Украины, с Харьковской области, город Купинск. Я думаю, как думаешь, Юля с Игорем будут вместе? Я вообще не думаю в эту сторону, это исключительно их жизнь, я люблю и Игоря, и Юлечку. И я вижу, что у них есть любовь. Если бы любви не было, я бы вообще как бы нейтралитет держала. Я считаю, что когда пока есть любовь, нужно
пытаться спасти ее. Нужно не то, что спасти, а над ней надо работать. И Юля умная девушка, она понимает, что над отношениями нужно работать. Вот. И у них пока ведет Юля эти отношения. Это неплохо. Неплохо, что женщина взяла все в свои руки. В какой-то момент она его направит на свой путь, и все, и все будет у них хорошо. В столовку Кузину пойдете? Ну, если мы будем на Красной Поляне, да, с удовольствием, почему нет? Поддержать его нужно. Привет из Украины. Здравствуйте, Украина. Это очень крутая Ксюнь. Что-то так тихо. Я на кухне еле прислушиваюсь. Ну, у меня просто ребенок. Там, не хочу отвлекать сильно, я кричать не люблю. Я просто на самом деле очень сильно уставшая. Очень много энергии отдала Юле с Игорем. Вы добрые люди, спасибо. Как тоник, вот я уже сказала. Так, Саша у меня в спальне отдыхает. Ксюша, поподробнее расскажите о своем районе в Сочи. Какие цены на квартиры? Далеко до пляжа, до центра? До центра 15 минут на машине. Я живу на горе, с горы надо спуститься к морю, ну, где-то так же минут 10 ехать или 9 до моря. Вот. Я никогда не хожу на один и тот же пляж, поэтому я всегда куда-то еду. Так что недалеко, все недалеко. Я по гороскопу Овен. Форма губ отличная. Сколько миллилитров? 1 миллилитр мне вкололи, у меня был. Мне просто форму изменили, и все. Так. Юля хочет перебраться в Сочи. Конечно, может быть, Сочи так волшебно влияет, пока ты здесь. Но я на самом деле была бы очень счастлива, если бы ребята переехали. Она поехала сейчас в Питер решать свои вопросы по операции. Возможно, даже подготовит квартиру к сдаче, чтобы снимать здесь квартиру. Хочет переехать. Она здесь расцвела. Расцвела, она восстановилась очень быстро. Она понимает, что энергетически здесь очень грустно. Круто. В Абхазии были, это же рядом. Да, была вот совсем недавно, ездила по святым местам там. Хочешь записать свою песню? Нет. Не вижу смысла, зачем. Привет, Москва. Надолго хватает тоника. Очень надолго, девочки. Я каждый раз пытаюсь его смыть. Потому что я купила краску очень крутую, итальянскую. И, ну, у меня просто нет-нет. В 36 лет седина вот там где-нигде есть. Это нужно тонировать. А тонировать на тонике я, конечно, не могу. Держится долго. Долго. Вот вы можете в месяц ходить, а может и больше. Юля не подходит Григорию. Он как из деревни. Она что не видит? Она его любит. Послушайте, Юля любит его таким, какой он есть. Конечно, со стороны виднее, да? Но она сегодня пост выставила, почитайте, пожалуйста. Она очень просит, чтобы все оставили в покое ее. Это ее выбор. И если она хочет набить себе шишки, то это ее путь набивания шишек. А может быть, это ее будущее. Никто не знает, поэтому сложно. Латвия, здравствуйте. Простыла, что ли? Не-не-не, это я просто полежала. Ну, нет, не простыла. Я отдыхаю, отдыхала. Ксюша, вы прекрасная девушка, люблю вашу семью. Вам не нужно худеть, вы и так красотка. Смотрите, я хочу не похудеть, я хочу привести в порядок, в тонус свое тело, плюс еще подкорректировать свое питание. Юля мной замерзла. Не спишь, что ли, еще? Так, привет, Грузия. Удивляюсь, когда люди ругают за других, кто кому подходит. Ну, я же говорю, людям, видимо, виднее. Я считаю, что, знаете, со стороны можно, может быть, вы и больше видите, но вы никогда не поймете, что у него внутри, как сердце у него горит к нему. Ксюша, какие витамины пьешь для наступления беременности? Дикероген, это порошочек такой утром-вечером.
И на данный момент пью только рыбий жир. Какие планы на оставшиеся выходные? Ну, конечно, мы поедем на Красную Поляну. Я Насте подарила лыжный костюм. У Саши лыжный костюм. Мы поедем кататься. Попробуем ее поставить, может быть, на борт или на лыжи. Очень круто. Какая милая, прям исходит добром. Спасибо большое. Вы были на родине после того, когда уехали в Украину, как это получается? Да, я очень долго ездила туда. Потом 10 лет назад я забрала маму. И стала крайне редко ездить в Украину. У меня там папа похоронен, и у меня очень большая семья там живет. С тем моментом, что сейчас закрыто все, конечно, я жду не дождусь, когда откроются границы, и очень хочу всех обнять, потому что очень соскучилась. Саша с доченькой, Сашенькой общается, а Элина не позволяет общаться. Вы офигенная, рада, что у вас все хорошо, спасибо большое. Посоветую, какие книги почитать, мудрые. Как вам сказать, я и Валяеву читала, да, и так, что у меня там еще? Ларису Ринар читала. Почитайте вот такие вот какие-то, да. Больше пока нагружать не буду. Это очень хорошо, что ведет Юля. По-моему, вы тоже ведете в ваших отношениях. Кто бы Юлю еще направил? У нее не хватает ума, мне кажется. У Юли хватает ума на все. Вы ее недооцениваете. Она очень глубокий человек. Очень. И, конечно, дом 2, именно энергетика ее немножко разрушает. Она глубокая очень девушка. Очень добрая, светлая такая девчонка. Не надо ее учить. Пусть она живет чувствами. Почему плохо, когда человек выключает голову и живет сердцем? Почему его сразу осуждают? Почему у нас все привыкли просчитывать каждый свой шаг? Я не знаю, как на 10 лет вперед. Да, позволяйте себе ошибаться. Жизнь одна. С каждой ошибкой мы учимся. Каждый человек, который к нам приходит в жизни, он нам дан для чего-то. Где-то нас учат, бьют по голове, где-то нас делают мудрее, осторожнее и так далее. Поэтому то, что у нас живет сейчас сердцем, страшно, когда сердце молчит. Вот что страшно. И только холодный разум тебе говорит, ага, вот этот вот хороший, так, у него зарплата столько-то, такая-то машина, так-то он одевается круто. О, значит, надо присмотреться, мой формат. Вот это страшно. А чтобы вы понимали, так девушки живут, большинство в мире женщин живут по выгоде. Из-за выгоды. Рожают детей из-за выгоды. Живут несчастны, не знают, что такое любви. Дети, рожденные не в любви. Ну, много ошибок. То есть я не говорю, что это неправильно. Я не знаю, что такое правильно и что такое неправильно. Я просто вам скажу, что у каждого свой путь, и каждый человек имеет право выбирать, чем, каким органом ему жить, понимаете? Так, а с Камерой не общалась, она завистливая, наверное, логики. Так, я не хочу в моих эфирах разговаривать про Элину, потому что я с ней не общалась никогда, я не знаю ее. Я знаю только Сашу, и знаю, что Саша мой очень сильно переживает о том, что у него разлука с ребенком. Вот и все. Я не хочу ни сплетничать, я не хочу какие-то делать выводы. Я уже много говорила на эту тему. Мне просто жалко Сашку. Ну, она выбрала такого мужика, да, что не был олигархом никогда, чтобы с него требовать там миллионы, миллиарды. А то, что человек любит ребенка, она лишает ребенка самого важного. Это сердечко папиного, которое очень сильно по нему скучает. Так. Красотка в сочетании с умом — большая редкость. В тебе это все есть и гармонично. Ой, спасибо большое. Игорь не подходит Юле. Он как деревня. Так, это я не буду читать. Сколько уже живете в Сочи?
получается, полгода. Ну, в общем, год, но я полгода пробыла на телепроекте. Добрый вечер. Больно губы делать. Ну, это, наверное, маленькие девчонки спрашивают, да? Мюнхен, здравствуйте. А, нет, не больно. Я привыкла уже. Красавчик, я так и знала, что самый лучший гороскоп. Я тоже овен, мы все сделаем для того, кого любим. 100% Юля тоже овен. Она мне очень близка по духу, поэтому я как-то, знаете, ее окутываю и оберегаю сердечком. Ксюша, люблю вашу семью, вы прекрасная. Вам не надо худеть. Люблю вас, хорошо. С кем из дома 2 общаетесь? Ну, с Юлей, с Игорем вот общаемся. Ну, это прям близкие общения. А так мы встречали эту строку. Мы ни с кем не ссорились, но мы как-то начали заниматься после ухода сразу своей личной жизнью, ростом Сашиным. Я восстанавливалась просто. Мне очень было сложно после дома 2. Я причем понимаю, почему с Юлей сейчас такая ситуация. Потому что я не работала на доме 2. Я жила на доме 2. Искренне. Так же и Юля. Так, всем здравствуйте, кто присоединился. Кто у меня там болеет? Мариночка, моя девочка. Выздоравливай, моя радость. Приятно вас слушать. Игорь зануда. Ну почему же он зануда? Можно узнать рост и вес. 1,77 м, 68 килограмм. Очень много вешу. Хочу скинуть 8 килограмм. Ну хотя бы 5. Игорь отличный парень. И жена у него будет не хуже Юли. Послушайте, почему вы не рассматриваете, что Игорь женится на Юле? С Олей Рапунцей общаетесь, вы же нормально, мы нормально общались, но как-то так получилось. Вы знаете, я еще думаю, что им тоже тяжело после дома 2. Вот, я не дергаю их. По-моему, мы с Новым годом поздравили. У меня очень много был шквал поздравлений. Вот, и, по-моему, мы поздравили друг друга с Новым годом. Вот, будем рады видеть. Я думаю, что они приедут как-то с семьей в Сочи. Не нашла фото бальзама. Хорошо, я когда буду в магазине, я вам его сфотографирую, даже если покупать не буду. Очень крутой, кстати. О, Игорь подавляет Юлю. Нет, они договорятся. Никто никого не подавляет. Юлечка, Игорь может быть чуть-чуть, как сказать... Как правильно сказать, чтобы никого не обидеть? Игорь, не знаючи, как это себя ведет, что это обижает Юлечку, поэтому она плачет. Но я думаю, что они обо всем договорятся, поверьте, все будет хорошо. Очень сложно, когда вливают тебе каждый божий день в уши, что ты находишься там с дурачком, колхозником или еще что-то. Ну, вы понимаете тоже. Хотя он, скорее всего, таким не является, понимаете? И ты волей-неволей начнешь верить, что он такой. Девочки, Григорьев еще зеленый. Да-да-да, я такого же мнения. Все у него будет хорошо со временем. Юля должна это понимать и решать, быть с ним или нет. Это 100%. Это только ее решение. Никто не сможет ей навязать. Ну, навязать попытаются, но она держится. Молодец. Так, в Сочи снимайте квартиру. Нет, у нас своя. Ой, покажите Сашку, слышала его голос. Ой, вот это я так далеко. Так, как у вас отношения с Настей? Саша общается с доченькой Саши. Я это отвечала вопрос. С Настей у нас хорошие отношения, дружеские. А с Сашенькой, конечно, он не видится. Элина препятствует. Я вам надоела, потом можно посмотреть это из боку. Так, надоел вопрос. А тоники. Я же говорю, я вам потом сфотографирую, выставлю прям бутылочку. Обязательно, обязательно. Бутылочки у меня нет, он одноразово был. Прям весь бальзам я на себя одноразово нанесла. Да, какие книги читаешь? Ну, много разных. Я сейчас ничего не читаю. Я сейчас очень много медитирую. У меня уже приходит... Я когда читаешь, ты чужие же читаешь мысли. У меня уже приходят свои мысли. Свои мысли, они порождают истину внутри меня. А мама ваша где живет? Мама живет пока в Москве, мы продаем сейчас там дом. Потом забираем мамочку, мама будет жить рядом с нами. Конечно, не в одном доме, мы будем жить отдельно, но я хочу забрать маму в Сочи.
из Москвы. Она приехала в Москву жить со мной, а я взяла и уехала. И, конечно же, на старости лет это самый кайф – жить возле моря, дышать воздухом таким прекрасным. Юля проектная, она ходила по разным проектам. Так, стоп, нет. Она хотела на телек, это да. Простите, я хочу кусить. Но она не проектная. Она звездочка, да. Фолиевую кислоту пропей. Я ее пью в лошадиных дозах, девочки. В лошадиных. Полгода. Православные книжки не читаю. Саша с кузином общается. С Олей Рапунцель общаюсь, да. На Новый год поздравляли вы друг друга. Сейчас покажу. Ладно, не хочу. У меня спинка, фильтр есть. Так. Ксюша, привет, дорогая, с Новым годом. Всех с Новым годом хочу поздравить. Кто присоединился еще, да, я, может быть, кого-то не успела поздравить. Всех поздравляю. Будьте счастливы в 2021 году. Не болейте ни в коем случае. Пусть ваши все близкие будут здоровы, чтобы вы были, конечно, счастливы. А нашей семье, конечно, желаю пополнения. Может, не надо Юлю обсуждать? Это ее выбор, конечно. Конечно, это Юлечкин выбор, и я просто пытаюсь остановить, чтобы они не писали гадость, там, подходит он, не подходит. Откуда вы знаете, кто кому как подходит? А, может же, кармически человек не доработал что-то в прошлой жизни. Ксюша, ужасные губы. Хорошо, если вам не нравится, вы можете перейти на другой эфир. Не знаешь, почему Кузин развелись? Они не развелись, они налаживают сейчас отношения между собой на расстоянии. Я думаю, они надоели друг другу. Посередовать депрессии, все такое. Вот. Я думаю, просто классика жанра. Оля Рапунцель такая необычная, она только с родней общается. Ну, потому что было очень много предательств. Да, она общается только с родней. Это неплохо. Это человек просто боится уже делать себе больно. Вот и все. А родные больно не делают. Доставай, доставай, конечно. Сладкоежка моя приехала. А к Задонову нищеброду с двумя детьми сердце не молчало? Вы по поводу чего? Во-первых, моего мужа оскорблять в моих эфирах я не позволю. Можете, я вас сейчас прям заблокирую. Бац. Пил. Нефиг тут таким ловить вообще. Я считаю своего мужа самым лучшим. Потому что он мой муж, я сделаю выбор, и это исключительно мой выбор. Для кого он какой, мне вообще все равно. Для меня он самый лучший, самый настоящий, самый ласковый, самый... Ну, люблю его, не могу. Как зовут дочку Кузина? Не знаю, не знаю. Ты впервые замужем? Да, я впервые замужем, и Саша тоже. Я ее уже заблокировала. Так, какой фирмы... Пьете рыбий жир. Американская. Ну, такая банка. Такие большие банки. Знаете, я покупаю. Я такой американский покупаю витамины. Так. Ой. Не слышала. Так, фотобальзама, блин. Все, я вам все пришлю. Господи, сейчас у меня его нету. Что же вы так распереживались? Ксюша, мечты сбываются? У меня все всегда мечты сбываются. Знаете, я очень часто проговариваю мечты, мне все говорят, ой, это ты не говори, молчи, лишний раз, типа, скажешь, рассмешишь Бога. А я вам скажу другое. Вселенная слышит все, что вы говорите. Вы говорите, ой, не х... вот одень шапку, а то заболеешь. Он возьмет и заболеет, потому что вы уже это пронесли, а то заболеешь и так далее. Если вы говорите, ой, не пойду туда, вдруг не получится. Все, у вас не получится. А когда вы говорите, я вижу себя то-то, то-то, я хочу туда-то, у меня будет то-то, то-то. И примеряйте, и как можно больше людям рассказывайте. Рассказывайте с уверенностью, как будто это у вас уже произошло, и вы там себя видите, вы как будто хвастаетесь. Поверьте, это срабатывает. У меня все всегда сбывалось. Мама кричала на меня, что я болтуха, что я могла лишний раз разболтать того, чего не нужно, но это работает. Поверьте, я на своем жизненном опыте очень много чего добилась, благодаря, наверное, тому, что я
на 100% была уверена, что это получится. И говорила об этом. Это даже не хвастовство, а просто мысли вслух, и Вселенная вас слышит, поверьте. Так как вы можете и плохое затронуть, так и хорошее. Так. Не исчезло изображение. Так, привет, Ксюша, выглядишь супер. Спасибо большое, добрый вечер. Так, привет, 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 привет. Ой-ой-ой-ой. Так, Ксюша, вас обожаю. Спасибо большое. Спасибо, дорогие. Успокойся, Леонид. Обожаю вас, Игорь, с Юлечкой. Вы супер. Спасибо большое. Слушайте песню Бузова. Слушайте песню Бузовой. Я не слушаю песню Бузовой. Но я Улю уважаю очень. Она трудоголик сильный. Но... Так. Расскажи про Бородину и про Бузову. А что мне рассказать? Я с ними общалась только как с ведущими, и все, я им не подружка. Саше очень повезло с женой. Умная, красивая, мудрая. Вы очень приятная девушка. Спасибо большое. Мне тоже очень сильно повезло с мужем, поверьте. Верный, добрый, золотыми руками. Но то, что научимся зарабатывать, это все работает, знаете, это все надо время. А так он потрясающий мужчина. Он то, что мне было нужно. Так. Угу. Так, дай вам Бог ребеночка, спасибо. Ксюша, ты беременна? Я не знаю, откуда эта информация, от меня вы ничего не слышали, поэтому давайте мы опустим этот вопрос. Я не знаю, откуда эти паблики. Вот. Ничего вам не расскажу. Даже, ну вот вообще просто не расскажу. Можете подсказать, какой рыбий жир пьете? Подскажите, пожалуйста, если будет фото, буду благодарна. В Москве не захотите, в Москву не захотите вернуться? Я в Москве всегда буду держать квартиру. Но возвращаться я туда не хочу. Может, я оставлю просто ребенку квартиру и все. А пока нет. Просто пусть будет на всякий случай в большом городе какая-то недвижимость. А так нет. Для меня Сочи... После Сочи я только на Бали перееду. В Москву я больше не вернусь. Вот так. Это детям нужна Москва, чтобы там... учиться, тусоваться, потому что это время до 25 лет, очень яркая жизнь, поэтому обожаю вашу семью, Юлечку, так это я все читала. Так, 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 с Новым годом, классные губы, кому-то нравится, кому-то не нравится. Левша или правша? Правша. Ксюша, почти в интернете в Украине есть село, где пьют воду и рожают много детей, даже если об этом передача только так. Рождается два или четыре ребенка сразу. Может, вам тоже съездить набрать воды? Мне кажется, какие-то такие сказки. Мне, знаете, за меня так переживают все люди. Мне с Америки пишут, звонят. Все хотят чем-то помочь. Спасибо вам, мои хорошие. Вы знаете, все в своем, всему свое время. Возможно, так должно быть. Ну вот, возможно, вот я вот такая вот особенная. Может быть, мне надо подарить свою любовь другим детям. Я вообще не понимаю. Ну, как бы вот такая вот в жизни идет сейчас ситуация. Ксюша, привет. А ты знаешь, почему Рудакову... Так, вот это я не знаю. Давайте, даже не знаю, кто такой Рудаков. Я заблокировала. А, я не заблокировала. Угу, так. Пропадало изображение. Так, дочку Кузина Александрия. Вот красивое какое имя вообще. Угу. Изображение есть. Финские витамины я никогда не пробовала. Если у вас есть какие-то рекомендации, присылайте мне в директ. Я все это рассмотрю. Вот. На стене привет с вами. Так, на стене, да, Саша и я. Наша свадьба. Спасибо за комплименты. Я вижу, дай бог, в этом году вы забеременеете. Вот увидите.
Так, но никому, кроме семьи, не говори, когда произойдет. Желаю удачи. Так, что Саша Новый год подарил? Саша подарил мне картину с нашего венчания, где мы в коронах. Вообще просто такая, это такое было, знаете, для нас событие свадьба была в этом году, да? Так, мне надо подергать. Событие свадьба было, и событие было венчание. Как там мы так, знаете, 30 лет, 35 лет не женились, а тут два раза прям, знаете, чтобы уже на верочку. И такие два особенных дня у нас было, и поэтому у нас здесь висят, где мы обедаем и кушаем, наша свадьба, а в спальне наше венчание. Так, Ксюша, как пьешь фолиевую кислоту, тоже хочу. Вот это вот дикерогене, дикероген – это такие порошочки. Там слонячая доза, это, там не только идет фолиевая кислота, там еще много-много всякого нужного. Вот, поэтому так. Почему переехала в Сочи? Я устала от пробок московских. Я устала дышать выхлопными газами. Я устала жить в машине, понимаете? Я устала есть пестицидную еду. Я устала от климата. Я устала, что нет по полгода солнца. Ну, я вам сколько назвала моментов, почему я переехала в Сочи. Неужели мне стоило жить в несчастливом месте? Так я только переехала, я замуж сразу вышла. Понимаете, какие изменения? Значит, я все сделала правильно. Рассказать про первую любовь. Не хочу. У всех это все было, это было все по молодости. Ну что, Ксюш, ты загадала на Новый год? Я на самом деле забыла загадать желание. Честно скажу, у меня ни одно желание, которое на Новый год я загадывала, а я же там трепетно, да, там сжигала, заедала, ничего не сбывалось, потому что я всегда загадывала одно и то же желание. Сейчас я отпустила ситуацию. Вселенная знает мило, что лучше подарить в этом году. Вот так я скажу. Вы самая красивая, лучшая пара, Саша. Будьте счастливы, самые лучшие. Спасибо. Ксюша, когда была на проекте ты, я немножко неверно к тебе относилась. Так, побывала в твоих прямых эфирах, мнение поменялось полностью. Видимо, проект искажает все... Да, на самом деле так и есть. Да, все-таки мнение. Желаю вам, Саша, Лялечку. Спасибо большое. Вы с Сашей в Сочи познакомились, да. Познакомились в Сочи. Перекалывать губки? Нет, я не буду. Я перед уездом из Сочи уколола губки. И все, на год мне хватит. Это я спрашивала про Юлину в эфире про Ебарова и Голд. Она на тебя херню всякую на проект гнала. Слушайте, знаете, знаете, какое дам определение, почему она всякую херню гнала? Вы знаете, как их замучили за эти года? В оконцовке вы же видели, как они провели их. Я думаю, просто психика уже у всех была расшатана, вот и все. И я думаю, что им... Знаете как? Они же видят, что я сильный человек. Запиши, пожалуйста. Нет. Видят, что сильный человек. Стадом же легче задавить мамонтом. Поэтому, ну, меня не задавишь ничем, ни катком, ничем. Поэтому... Знаю одно, зло возвращается злом. Добро возвращается добром. Это я тебя... Так, ой, блин, простите, пожалуйста. У меня, короче, здесь оно такое напряжение. Не очень удобно. Так, цвет волос супер. Мне тоже нравится. Уже видите? Блин, сейчас простите. Я не могу просто привыкнуть. У меня новый аппарат. Вот этот. Нимб. Ну вот, но будут приспосабливаться. В группе «Дома-2» написали, что вы официально объявили о беременности. Я никому не объявляла о беременности. Вы с моих уст слышите. Первое, когда я объявлю о беременности, когда, наверное, уже я не смогу скрывать. Это раз. Я не буду об этом вещать на весь мир. Второе, я никакие интервью не даю. Вот. Поэтому никому не верьте. Настёна рядом. Иди сюда. Ну, боже, ну прям чуть-чуть. Сейчас.
Да ты красотка. Она реально очень красивая. Димая девочка. Смотрите, какая. Ух, невеста. Ну что ты, красотка. Что такое красное? Ты просто застеснялась. Смотрите, какая невеста растет у нас, а? Жесть. Цвет волос, так, так, так. Покажи дочку Саши. Вот, я вам показала. Она очень стройненькая, она вытянулась, похудела. Видимо, понравился ей кто-то там, где в Ярославле. Поэтому девчонка стала ухаживать за собой, чтобы понравиться, наверное, мальчику. Ну, в этом возрасте, наверное, в 15 лет я тоже очень сильно вытянулась и очень-очень сильно похудела. Очень. Прям у меня одни сиси и нос был. Ну, я и как тростиночка худючая, длинная. Как Юлька сейчас. Так. Как вы решили из Москвы в Сочи? Чья идея и почему? Моя исключительная идея. Причем я приехала в город, где у меня не было ни друзей, ни подруг, ни родственников, никого, с собакой на машине. Купила квартиру и приехала сюда. Вот иногда надо выходить из зоны комфорта и делать вот такие вот моменты. А когда они свое мнение круто и честно на лобном говорит, или тихо в углу подговаривает. По поводу чего? Кадони очень расположен к Юльке. Ну, он видит ее перспективы. Желаю вам троню. Хе-хей! Вы чё? Знаете, сколько бы мне было, все наше. Привет, Ксюша, с Новым годом. Пусть в этом году исполнится все желание. Будьте счастливы. Спасибо большое. Настюша красивая очень, да, она очень. Она только хотела прийти. Настюша очень красивая. В твоей квартире в Москве кто-нибудь живет, конечно. Да, я сдаю квартиру. Московскую прописку не теряйте. Это пенсия хорошая, медицина. Я знаю. Я прописана в Москве, а здесь по регистрации. Я знаю, мама у меня тоже там прописана, поэтому она тоже пенсию совсем другую получает. Жить можно где угодно, но прописка московская нужна. Спасибо большое, что вы подсказываете. Ты знаешь Дашу Пынзарь? Она в Турцию переехала. Ей холодно в Москве. Турция очень крутое место. Не знаю, я бы сама бы переехала, поверьте. Ну все, вечерний жор проснулся. Хочу починить. Ксюша, никогда не знаешь, человек как будет дальше его жизнью. Может, с возрастом вам жара надоест, и обратно в Москву захотите переехать. М-м. В Москву не захочу, я могу переехать на Красную Поляну, в горы. И все. Да что куда переезжать? Участок уже купили, дом построим, там в горах просто прелесть. Ой, ищу телефон, он в руке, я думаю, куда? Угу. Так, за вашу доброту вам воздаться вдвойне, спасибо большое. Ксюша, были в Дагестане? Нет, не была, но нас очень зовут. Я не знаю, это за границу, у меня же муж не выездной. Нужно ли там какие-то документы, чтобы он выехал? Так, в Украине в селе эту воду даже ученые проверяли. Да что же за вода такая, господи. А где, в какой деревне, расскажите. Расскажите, что это за вода. То есть я выпиваю стакан воды, и сразу тройня у меня, да? Мы живем на Мамайском перевале. Это начало Дагомыса. Так, желаю тебе здоровья и детей. Спасибо. Ксюша, ты очень красивая, спасибо. Ксюша, вы пьете алкоголь? На Новый год пила шампанское. Так, красотка, Тбилиси, здравствуйте. Я очень люблю Сочи. По-моему, так, ты же житель, да? Так, ладно, поняла. Да, картина венчания, это супер, как трогательно. Очень вообще. Спасибо ему огромное. Он, конечно, прям в яблочко попал. Так. Алкоголикам Бог дает детей, а хорошим нет. Макаровы долго детей не ждали. Я же говорю, всему свое время. Ну, всему свое время, ничего страшного. Так, Бабич меня вот достал просто.
Бабич, правда, не скрывал свое отношение. Он надменно себя вел, он любил исключительно себя в этих отношениях, поэтому очень эффектное спасибо. Покажи ногти. Я решила сделать вот такой вот маникюр. Вот. Саша, познакомились с Сочи. Так, Ксюша, чем можно заняться в Сочи? В Беларуси я занималась продажами продуктов питания. Да здесь можете продавать свои продукты питания. Что хотите, здесь можете делать. А, смотря вы в магазине, если работали или на рынке, здесь все то же самое. Но все то же самое, что и где угодно. Так, а ЭКО не хотите сделать? Нет, не хочу. У меня свое видение по поводу ЭКО. Я хочу свою душу, я чувствую ее рядом. Поэтому я не буду управлять тем, что я не имею права. Так, как пережить потерю ребенка и жить, помнить, что ты больше не сможешь иметь детей? Ксюша, помогите. Ой, я, это страшный момент, то, что вы мне сейчас говорите. Сейчас расплачусь просто. Я в утробе их теряла, и мне жить не хотелось. А вы мне рассказываете про то, что если вы увидели. Это страшно, я не знаю вообще просто. Я бы ушла в монастырь, правда, клянусь вам. Добрый вечер, Саша всегда любил животных, или это вы привили отношение к братьям нашим младшим? Он, возможно, любил, но не делал из этого культ. Сейчас он прям, ну, я не знаю, возможно, мы же тоже друг друга заряжаемся, вибрируем одной вибрацией с мужем, поэтому... Он видит, как я к ним отношусь. Ну, самое главное, что дома у нас поросенок не бегает большой, знаете, там. И корова, знаете, у меня не припаркована на балконе. Это важно, наверное. А так нет, он любит. Он любит вообще животных. Он очень добрый человек. Какой свой родной цвет волос? Если честно, я не помню. Сейчас понимаю, что я седая. Сейчас седой. Короче, у меня такой темнорусый, наверное. Но седина полезла уже. Тут височки. Это я так молодюсь, видите, у розовый цвет. А там уже... А зачем нужно это кольцо, чтобы лучше видно было? Какое кольцо? Обручальное? В смысле? Ничего не понимаю. Обручальное кольцо все носят. И я ношу. Так. Ксения, как пережить расставание? Расстались с парнем уже как полгода, но до сих пор не могу пережить и идти дальше. Что можете посоветовать, Ксения? Я могу вам посоветовать послать его к чертовой матери, развернуться, в другую сторону посмотреть. Вообще подойдите к зеркалу, полюбите себя, это раз. Расчешитесь, сделайте новую прическу, пойдите купите себе новое платьице какое-нибудь. Почитайте какие-то, посмотрите фильмы какие-то, где там красотки одни. Не зацикливайтесь ни на каком парне. Парень пришел, ушел, другой пришел, ушел. Пока вы, я думаю, молоды, перебирайте. Что, он свою функцию уже выполнил? Следующий? Или, ну, сконцентрируйтесь на себе, вам надо вырасти. Для того, чтобы стать цельной, это не надо за счет парня становиться целой. Не надо считать, что он половинка и я половинка. Вот вдвоем мы целы. Каждый человек целый. И когда человек целый, он достигает многого. Он уважаемый. Сами будете собой гордиться. Работайте над собой. Так. В твоей квартире в Москве кто-то, да. Так, Юля уже уехала. Привет, Ксюша, с Новым годом. Да, здравствуйте, Ксюша, привет. Скажи, как считаешь, почему расстались? Ксюша, привет. Скажи, как считаешь? Да что ж меня прыгает? Рассталась с парнем со своим. Чуть дискомфорт, сразу ухожу. Ты правильно делаешь, уходишь и уходишь. Пусть останавливает. Значит, не устраивает что-то. Или ничего не меняется. Хорошо, когда ты уходишь и не возвращаешься. Плохо, когда ты приходишь, уходишь, уходишь, приходишь, вот эти вот истерики. Так. Блин, у меня двое детей, двое собаки. И в Сочи... Так. Ты красиво кушаешь. Ты сегодня работаешь?
ты сейчас работаешь или потеряла работу после проекта? После работы, после проекта я потеряла работу, потеряла даже стимул работать, потому что я немножко вошла в проект и растворилась в нем. Но сейчас уже все наверстано. Большая умница. Я тоже вышла замуж за мужчину с ребенком. И очень люблю мужа и его сына. Я тоже очень люблю эту козюлю. Да. А знаешь, что можно увеличить? Вот так вот? А зачем? Так, поздравляю с беременностью. Я никому ничего не говорила. Дом на горе для мамы будете строить. Нет, дом на горе мы будем строить для себя. Это наша будет дача. А маме нужно купить квартирку маленькую у моря. Ей большая жилплощадь не нужна. Она очень старенькая у меня уже. Ей сложно убираться. И, конечно же, на одной кухне две хозяйки жить не могут. Это я хорошо усвоила в своей жизни. Дагестан — это Россия, поэтому без загранпаспорта. Дагестан тогда приедем. Настенька, ты сильно скучаешь за папой? В соседней комнате? Не, вообще, ну, так пока тебя, ну, вы не видите, сильно скучаешь. Настя, ты очень красивая. Ксюша, как называется местность, где земля куплена? А, где-то Шиловка, Нижняя Шиловка, может быть, вот так правильно сказать. Это 10 минут до Адлера. Ксюша, почему Саша не выездной? Да ты из-за этих же элементов там еще до сих пор разборки, девочки. Не хочу это обсуждать вообще. На дочку камеру наведи. Привет, Минск, Дагестан. Так. Так, что у нас тут? Говорят, Сочи трудно устроиться. При желании устройтесь где угодно. И работа всегда есть. Как думаешь, у Бузовой сдавать договор? Да я откуда знаю? Вы так рассуждаете? Вот вам вообще какая разница? Я хочу задать вопрос. Какая разница, какой у них договор? У них взаимовыгодный союз. Поверьте, я думаю, что с Олей тоже сложно, и с Давой сложно. И это их выбор, и они живут вместе, пусть кайфуют. А при эко ведь свой генетический материал, душа родная должна приходить или нет, расскажите. Вот я по поводу эко и хочу сказать, что неизвестно, какая душа залетит. Понимаете? Это не когда Бог сказал, а когда ты захотела. Тебе дают плоть, а какая душа войдет, ты не знаешь. Это вот мое мнение. Подождите, миленькие мои. Так, от вас смотрю. Так, я чуть-чуть про. Так, переезжайте в Сочи и забыть о нем, как сделала я. Да, Женечка. Да. Почему дом 2 закрыли? ХЗ. Это у всех уже, все уже сказали. Нет времени на ТНТ, они меняют площадку. Простите, пожалуйста, сейчас я тут подкручу, но он что-то отпускается. О. Ксения, что там с директором? Так, что? Ксюша, что на заднем плане? Дочка Саши? Конечно, Настя. Да. Сколько филлеров в губах стоит? Один шприц. Да что же у меня глючит телефон, что ли? Мне это неудобно. Разговор ни о чем. Ну, выходите. Ксюша, получилось похудеть? Вы видите, сколько времени у меня живот проснулся? Нет, конечно. Новогодний праздник, а какой похудеть? После новогодних праздников начну. Я вас тоже обожаю. Спасибо большое. Вы самые лучшие. Друзья мои, я думаю, что я буду, наверное, закругляться. Сейчас я проверю всем, сколько Насте лет. 14 лет. Привет из Сочи. Привет, привет. Так.
Лина так и в своем мире живет, в богатстве и без мужа. Не знаю, девочки, не знаю. Сашина дочка красавица. Прит из Иркутска. Да, я знаю, она просто, просто цветочек растет. Очень приятно вас смотреть, слушать. Привет из Харькова. Харьков, здравствуй, мой родной город. Ваши друзья уехали уже, да. Юлина проект возвращается. А Юлина проект возвращается? Да, возвращается. Пока. А там будет смотреть. Не обращаю. Ксюша, ты очень правильно рассуждаешь про эко, умничка. Поверю, ваше будет вам всему свое время. Ну да. Саша, папа строгий. Ксюнечка и Галёшка. Папа строгий, Саша, очень. Да, Настя? Строгий папа? Да. Она почему и уехала к маме жить там? Потому что папа и гулять сильно не разрешал долго. Свободу захотелось. С мамой можно договориться. Так. Ксения, вы... Так. Своим крестникам на день рождения дарите подарки? А, если честно, в последнее время не всегда. Не всегда, но стараюсь. По мере возможности стараюсь. Они уже все у меня взрослые. Так, все. Я всех вас целую. Хорошего вам вечера. Спасибо большое, что вы были с нами. А вы уже скучаете, Гарёша. Настя солнышко, да. Она очень светлая девочка. Очень умненькая. Вот. Ну, конечно, шельма такая, знаете. Ну, она скорпион же. Она скорпион, как и Саша. Все, ребзики, я вас обнимаю. Желаю всего хорошего. Скоро увидимся. Не уходить? Почему? Поболтать хотите? Только зашла? Зайчики мои, ну, я вам желаю пока-пока.